Ошибка в трудовой или нежелание возмещать разницу? Я с 95-го года являюсь методистом высшей категории учебного отдела, а зарплату получаю как просто методист. Трудовой спор в Донецком институте железнодорожного транспорта. Будут проводиться дальнейшие следственные действия. Как методист искала правду в прокуратуре Донецкой области, госинспекции по вопросам труда и в линейной милиции. Данное звернение было спрямовано для належного розгляду. Что на это отвечает руководство вуза. Я все показал, рассказал, что это просто ошибка. Это была ошибка. И почему без суда все же не обойтись? Разбираться в этой ситуации придется в суде. Ответы на эти и другие вопросы человеческий фактор даст уже в эту пятницу в 19:10 на телеканале «Донбасс».